За что же себя можно уважать-то? Вот когда человек уважает других, вот он сам себя смело за это может уважать. Без всяких проблем. Если я уважительно кому-то отнесся, тогда можно смело себя уважать. Это самое простое. Если человек к себе очень трезво не относится, правдивость без этого невозможна. Если человек хочет видеть правду, истину, хочет разбираться в ситуациях, хочет одно различать от другого. Если ты очень критично к себе, честно не относишься, правдиво не будешь никогда. И единственный способ менять себя — это служение. Некоторые люди самовнушением занимаются. Я честный, я самый хороший. Это все просто глупостью. Человек становится хорошим, когда Бог дает ему такую возможность. Наши черты характера — это просто наказание. Бог нас наказывает, и поэтому дает нам плохой характер. Перестал наказывать, характер меняется. Вот и все. Да просто делай добрые дела, все у тебя в жизни поменяется. Не надо менять характер специально.